С апреля Россия перешла от аналогового к цифровому телевещанию. В связи с этим в приставках произошел сбой настроек. Такая же проблема была и у Натальи Голокосиной. Она обратилась в химкинское отделение «Единой России». Решение вопроса не заставило себя ждать. Мама вчера обратилась по телефону и попросила поставить ей настроить кабельное телевидение. Вот. Она покупала приставку, насколько я знаю, сегодня приезжали. Все и настроили. Понимая, что не все смогут самостоятельно перенастроить телевизионные приставки, химкинское отделение «Единой России» решило помочь жителям в этом вопросе. По телефону обратиться с такой просьбой обязательно приедем, очень оперативно. Вы видите, жительница вчера обратилась, сегодня мы уже приехали, этот вопрос решили. Акция «Единой России» призвана помочь многодетным семьям, одиноким пенсионерам, ветеранам и другим социально незащищенным гражданам. Для решения проблемы необходимо всего лишь позвонить в общественную приемную администрацию по телефону 8 495 574 3881.